Мы ожидали такой игры от Боруссии Дортмунд, мощной, с давлением. И, конечно же, сами хотели так же играть, но в большинстве случаев, конечно, Боруссия нас превосходила и в давлении, и, конечно же, в атаке. Но, тем не менее, нам удавались определенные владения мячом и атаки. К сожалению, матч играется до конца, до того, как судья свистнет, но нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы сыграть ничью. Олег Георгиевич, оцените, пожалуйста, выход Лаборде на замену. Показалось, что, во всяком случае, ну и не забил, да, там были моменты, и в моменте с голом пропущенным тоже его вины было достаточно. Спасибо. Ну, я не хочу сейчас комментировать каждого из футболистов. Они все сегодня отдавали силы, свои умения, кто-то лучше, кто-то немного хуже. Все равно я аплодирую своим футболистам за этот матч. Вопрос был по поводу, господин Тухель, вы не совсем довольны были на своем месте. Что вы можете об этом сказать? Ну, конечно же, в первом тайме мы давали сопернику много шансов, мы открывали возможности, было очень много дырок, которые соперник для себя позитивно сделал. И вы видели, какой крепкий соперник был и насколько качественный футбол они сегодня вечером показали, когда они против нас играли. Когда нам забили первый гол, то это было, конечно, тяжело в нашей защите, надо было менять и играть дальше вперед, но нам все-таки повезло, и поэтому все хорошо. Но соперникам было тяжело играть.